Самарские пляжи с каждым днем становятся все более популярным местом для отдыха самарцев. Подготовку береговой линии к купальному сезону обсудили на совещании в городской администрации под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. На территории города планируется оборудовать 8 пляжей. 7 июня начался завоз песка. После его планировки водолазы обследуют акваторию, в том числе выполнят промер глубин, а также очистку водных границ от мусора. После этого завезут пляжное оборудование в количестве более 1700 единиц. При этом спасательные посты на пляжах уже действуют. Жара стоит, люди уже все на пляже. Пожалуйста, на контроль возьмите завоз песка. Прям максимально короткие сроки, и уж точно до конца этой недели. Надо не просто завести, но и разровнять, и установить все вышки. На совещании обсудили вопросы вывоза мусора с контейнерных площадок. Их в городе сейчас около 4950. На особом контроле вывоз бытовых отходов с территории частного сектора. Наиболее востребованным среди жителей частных домов становится поведерный способ. Согласовать такой сбор на территории индивидуального жилого фонда – ответственность перевозчиков. Вместе с жителями они должны определить время и место для проведения этой работы. Глава Самары Елена Лапушкина поручила главам внутригородских районов помочь в организации такого вида сбора. Предложение надо сформировать уже на сегодняшний момент. Если у нас востребован поведерный вывоз, давайте прямо отдельным реестром напишем адреса, где это возможно, где мы рекомендуем это сделать и где люди, в общем-то, это поддерживают. Главы внутригородских районов отметили нерегулярный вывоз мусора со стороны перевозчиков. Напомним, что в соответствии с полномочиями городская администрация осуществляет обслуживание контейнерных площадок, а профильным департаментом на постоянной основе ведется мониторинг санитарного состояния площадок для мусора. А вот непосредственно за вывоз твердых коммунальных отходов и крупногабаритных ответственность несут перевозчики. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.